Итак, день клонится к закату, а народ только разогревается. На трассе от нас творится форменное сумасшествие. О, что-то Райану Куперу сегодня не везет. Такую машину разбит, серьезно, ее уже не спасти. Да, грид, жестокие гонки, царапины тут не редкость. А этот парень просто немного не рассчитал. Одну секунду. Oh!
только что видели Skyline по латвийской команды Apex Light. Какая жалость, что их не выпускают с левым рулем. Впрочем, это единственный недостаток. Внимание всем, у нас в гостях Апекс Лайт. Мне нравится, как ее подобрал команду. Он махнул рукой на все традиции, добрал иностранцев, потому что каждый из них лучше в своем роде. Если они захотят сегодня выйти на трассу, нам будет на что посмотреть. Итак, посмотрим. На сегодня у нас на вечер. Yeah.
хотели посмотреть настоящие гонки, вы их увидели. Обратите внимание на наших новичков, как минимум двое из них... Знаете, друзья, за обедом я поговорил с организатором Купер Промоушен по счету Райана Купера. Не буду утомлять вас подробностями, скажу только, что до сих пор абсолютным лидером этого года был Рёва Танами. Конечно же, я не утверждаю, что Купер не...
Да. Хорошо, что на наших гонках победитель... Да, хорошо, что на наших гонках победитель не забирает машину проигравшего. Иначе Райану Куперу сегодня пришлось бы открывать автосалон. Он стал абсолютным лидером этого уикенда, все остальные просто отдыхают. И теперь только два... Что? Подожди, о чем я? 200 машин, толпы визжащих.